Так, парни, всем привет. Все, наступила весна, тепло, снег растаял практически весь везде, гололеда уже нет. И самое время переобуться, переобуть летнюю лысую резину на более-менее нормальную. Да, вот последние остатки зимы, последний снег, я так думаю. И как раз самое время переобуться, скинуть летнюю резину весной. Теперь можно ехать бортоваться. Ну, в принципе, неплохая, я думаю, резина нашлась в сугробе. Как раз ждала меня, всю зиму ждала. Довольно такая жирненькая. И 4 баллона. Обошлось это все мне... сколько? 150 долларов. 150 долларов, короче, отдал за 4 баллона. Все, поеду переобуваться. Вот это снегопад пошел. Блин, капец, конкретная метель вьюга. Офигеть, март месяц. За 40 минут. Во, вот такой вот слой снега насыпало. Блин, вон какая шапка снежная насыпала. Ну, каких-то полчаса 40 минут засыпала весь автобус. Прям валит, короче, не по-детски. Сейчас нужно автобус обмести. Лобовое стекло. Свежий снег. Хорошо, что я резину переобул с глубоким протектором поставил. Это я сейчас бы, блин, встрял бы на своих старых сликах. Офигеть, вот только что фары очистил, уже он опять залепило моментом, буквально какие-то 2 минуты. Ничего себе сыпет конкретно. Конкретно сыпет вьюга. Здорово. Да, ничего себе. Здорово. 14 марта. Вот за полчаса конкретно он засыпало все снегом. Сколько уже? 10, где-то 12 сантиметров насыпало. Вот только лобовое смел. Буквально какие-то 3-5 минут уже все опять засыпало. Да, что-то сегодня вообще коллапс снежный-снежный. Прям пурга-пургой. Если так снег будет идти всю ночь, это... До утра будет катастрофа. Вон уже какая каша на дороге. Показывает на улице, показывает 4,5 градуса тепла. Ну такой снег, да, он не сухой, он мокрый. Колесики так пробуксовывают, слышно. В
Прям так валит-валит. Здорово. Все, уже улицы снежные завалило. Поменял резину, летнюю лысую снял и поставил такую более-менее с мощным протектором, с глубоким. Но она летняя, но только у нее очень большой протектор такой еще, жирный, глубокий. И вот он, я вам скажу, вот подбуксовывает на такой вот снежной каше. Но этого часа она такая уже подтаянная и рыхлая, мокрая каша. А где снег не раскатанный, а вот такой вот лежит, вот покров, и если машина свежая, если машина по свежему снегу проедет, вот, то этот покров укатывается, такой плотненький прикатывается, вот тогда да, тогда скользко. Буксует, буксует спринтер. Да, коллапс еще тот выдался. Вот тебе зима никак не хочет сдаваться. Масленица, кстати говоря, сейчас идет в это время, 14 марта. Да, здорово. Ну, вообще, да, красиво, конечно, когда вот идет снег свежий, такой белый, белые мухи летают, прилетели. Ну, вот эта вот картинка, черная каша. Не очень-то, конечно, а вот то, что вот это такая вьюжная снежная метелица, вот это да, это сказка. Красиво.